Итак, друзья, мы продолжаем нашу обзорную экскурсию. Значит, сейчас будем тоже фоткаться. Здесь прям вообще просто народ постоянно фотографируется. Смотрите, какая набережная. Вообще просто. Красота какая, а? Олег, не теряй меня, а я тебя. Да, то мы тут без связи, здесь роуминг ядерный. Здесь ему морская вода, видишь? Да, я вижу. За этим островом океан уже. Остров. Боже мой. Какая красота, а? Блин, надо мне тоже пофотографироваться здесь. Ты должен сделать мне фотки. Пожалуйста, прошу, молю. Что? А, да ладно. Да ты чё? Надо искать каких-то интересных личностей, кого знаешь. Это чё там? Там, где больше всего народа, там будет всякие сяндры. Да? Пойдем смотреть. Да, это кто-то. Ну, это я, что-то там мисс Нина какая-то. Пойдем. Вау. Слушай, блин, вообще такая красивая водичка. Да, солнечная погода, она бирюзовая. Да. Олежка, отойди там, пускай пофоткайся. И так мелким светом пишет, кто это? Да. Вот это да, смотрите. У-ху! Какая вода красивая, а? Да, очень-очень так душевненько. Николас Сетинг. Какой-то знаменитый, видимо. Да, конечно. Так, это... Смотрите, какая классная аллея, да? Друзья, это просто вообще тоже. А? Да, я здесь, я тут. Ну давай. Что-то какая-то кара. А-а-а, прикоснись к мечте. Я тоже стал знаменитый. Да. Не, это все, это я вот прикоснулся, все. Я буду. Моя табличка будет здесь. Следующее. Боже мой, сколько здесь табличек. Обалдеть. Пойдем. Мы точно их найдем? Здесь есть точно. Ну, наверное, там будет точно много народу, если там Джеки Чан или еще кто-то. Джеки Чан вот. А, да ладно, никого нету. Да. Слушай, это надо. Друзья, смотрите. Джеки был здесь. Он берет на фамилию, потому что он певец и актер. Ну да, он и актер. Да ладно, Джеки такая лапа, вообще прикол. Давай, сфоткай. Да, это сфоткай, я потом это отдельно, давай. Было написано, что это Джеки Чан. Да. Видно? Да. Все, good. Thank you. Короче, Джеки Чаном мы прикоснулись, друзья. Джеки прикоснулись. В Брюсселе нет десятков, когда еще не было. Ну да, там да, есть да. Короче, мы... Помнишь, фильм был, это... Кровавый спорт, по-моему? Да, кровавый здоровый, спорт. Здоровый, там китайский. Да. Слушай, какая красивая вода. Друзья, просто посмотрите, а. Да, здесь просто вот душевно можно просто приходить, погулять.
очень так здесь здорово, душевно. Короче, она такая вот длинная. Олежка, а она длинная, да, набережная? Ну, главное, Джеки Чана мы нашли. Да? А, его видишь? Видимо, уже давно. А, изображение просто его оставили. I'm sorry. Там памятник присоединил. Да. О, друзья, смотрите, магазин гусей Гуччи. Да, конечно, ветер. Я, конечно, не знаю, как у меня, будет ли меня это слышно. Но здесь такие шумы, наверное, из-за ветра. Я прикрыл динамик, не знаю. Да, вон магазин Гуччи. Вот, пожалуйста, Ив Сан Лоранчик, гуси. Вау. Вот такая вот обзорная экскурсия по набережной. Ну-ка, здесь что? Давайте посмотрим, что здесь у нас. О-о-о. Тоже небольшая такая вот набережная. И там, и здесь, кругом. А, Олежку потеряли. Нам теряться нельзя, а то мы тут это... Ну чего, ты здесь? Слушай, ну реально, ты был прав, в Гонконг стоит один раз приехать, ну, посмотреть, даже вот просто даже по этой набережной походить, то есть, ну, свои какие-то душевные истории здесь есть. Там еще пускают настоящую лодку с салонными парусами, кстати, огромную, да, не хочешь пустить. Ага. Вечером, ну я представляю. Все? Че, туда прямо уже не пойдем, наверное? Туда, да. И... Куда? Туда и попробуем на тот берег, на катере. А, на тот берег, на катере? Так, ну все. Метро, но так, друзья, мы, короче, туда не пойдем. Все, короче, там все понятно с этим. А, магазин Гуччи мы тоже не пойдем. Все понятно с ним. Вот, поэтому мы, короче, пошли. Слушай, а ты, может, меня вот здесь сфоткаешь? Это... Давай. Друзья, все, да, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Вот такая вот набережная здесь непосредственно. Если вы сюда приедете, обязательно походите на вот эту набережную. Да, здесь ветрено, но единственное, приезжайте, когда здесь тепло. Когда здесь тепло, Олежка? Главное, не в марте, не в апреле. Все, понятно, да. А я тут как раз-таки в марте. Все, до новых встреч. Следующее видео смотрите.